поднялись вверх. Сейчас будет у нас на там орел. Изготавливается каркас и заливается. Вадим, да, можешь вот показать рисунок? Сейчас залили, получается, перекрытие над хорами. Начинаем потом, плюс идет звонницу. Вот выкладываем как звонницу раз с этой стороны. Над алтарем, соответственно, начинаем купол монтировать. Сейчас монтаж идет. И все, и приступаем здесь к кровле. И дальше кирпич уже до перекрытия погнали. А это у нас как белый здесь? Иконы пока мы ставим. Это Настасья. Временно поставили. То есть еще пока не заказывали. Если отсюда смотреть, он будет где-то высотой до уровня паникадила, так что из храма даже паникадила не видно. Такой. Если считать часовни и малые храмы, которые сделаны, то в Москве за это короткое время появилось, по-моему, 170 или больше приходов. А каждый приход, даже там, где еще храм не построен, строится или будет строиться, это уже приходская жизнь, это уже возможность и уверенность в том, что обязательно там храм будет. Если кладка, значит, хотя бы человек 20 на кладку, 24. Да тут помимо кладки, там же чизу, шрабу. Когда вы его должны, хотите сделать? Мы на следующий, у нас сдача весна следующего года. Сказано, дорогие вещи.